Это Юрий, приветствую. Могу ответить на все вопросы ваши. И договор стандартный, пришлю, нет проблем. Не нужна лицензия. Не нужна лицензия, потому что вы агент американской компании. Вы сами не осуществляете услуги никакие. На это не нужна. А у нас лицензия есть. Мы вам дадим ее копию, вы можете ее повесить себе в офис. Мы дадим вам копию нашей лицензии, вы ее себе в офис повесите в рамочку красиво. Можем подписать вам как франшизу, договор с франшизой как с частным лицом, так и с фирмой, так и с индивидуальным предпринимателем, как вам угодно. Нам оформление обязательно фирмы вашей в Украине не нужно. Нам нужен человек, который будет работать. Вот что нам нужно. Не понял вопрос. Какие документы для открытия фирмы нужны? Какие документы, это я знаю. Я имею в виду, как оформлять на... Это просто как на физическое лицо. Мы можем... Я только что вам уже ответил. Мы можем на физическое лицо оформить, можем на фирму на вашу подписать договор. Как вам угодно. Сначала мы вас учим, рассказываем все, даем технологии продаж, рассказываем о всех наших услугах, даем обучающие материалы. Сейчас мы пишем уже, вот у нас по двум типам виз целая вот написана такая как бы инструкция, потому что иногда люди не сразу усваивают с первого раза это обучение. А дальше вы даете рекламу у себя в своем городе. И размещаете рекламу, мы подскажем, как размещать, дадим макеты. У вас будут макеты рекламы. Ну и будут приходить клиенты, вы будете их перенаправлять к нам. За это будете получать 20%. Я понял. Хорошо тогда. Угу. Договорились. Как будете готовы, окончательно решите и начнем работать. Я понял. А вам как, чтобы именно прочитать договор? Вам электронку? Да, напишите мне электронную почту, я вам сброшу. Угу. Ага. Все, я понял. Договорились. Спасибо большое. Рад знакомству, Игорь. Да. Сейчас тогда я вам электронку. Жду. Угу. Да, спасибо. До свидания.